рамках чемпионата мира среди юниоров и молодежи президент ФИАС Василий Шестаков встретился с представителями благотворительного фонда WorldShare. Организация занимается помощью людям, страдающим от бедности, в частности, малышам и сиротам. Темой встречи стала программа помощи детям, которые очень любят самбо, но не имеют средств, чтобы им заниматься. Самбо активно развивается во всех странах мира и ставит перед собой амбициозные задачи стать олимпийским видом спорта. Организация WorldShare ориентирована на благотворителей, то есть те, которые приносят нам пожертвования. Мы максимально учитываем их мнение и желание. Мы помогаем многим странам, в том числе странам Средней Азии, а это именно Киргизстан, Монголия и другие страны. Вот там дети нам рассказали, что их интересует именно самбо. А самбо – популярный вид спорта в этом регионе. И мы решили, что нужно давать детям мечту, надежду, цель в жизни. А также самбо способствует поддержанию здоровья. Поэтому мы решили именно выбрать это направление. Мы обсудили ряд вопросов по поводу помощи детям, которые занимаются самбо. Пришли к взаимопониманию. Я думаю, что в ближайшее время будут сформированы программы как с нашей стороны, так и со стороны этой благотворительной организации. И они начнут работать. Это будет здорово, потому что много детей в разных странах хочет заниматься самбо, но не все могут это сделать. Мы прекрасно знаем, что ситуация сейчас в мире не очень хорошая, не в плане экономическом в том числе. И, конечно, если будет какая-то финансовая помощь оказана этим детям, они придут заниматься самбо, таким образом они для себя приобретут возможность получить дополнительное образование, дополнительное воспитание, возможность поехать посмотреть мир, ну и, соответственно, улучшить качество своей жизни и постараться чего-то в жизни дальше добиться. Один из вариантов – это помочь материально, помочь покупке принадлежности самбо. Есть остро нуждающиеся дети, которым действительно не хватает средств на такие даже банальные, может быть, вещи. Дальше можно будет расширить до стипендии, до оплаты образования в полном объеме с первого по последний классы.